Минувшей ночью пожарные МЧС Абхазии продолжили борьбу с огнем в Гудаутском и Гагарском районах. Напомним, что 12 декабря в районе сел Отхарай-Хуап в лесной зоне возник пожар. Площадь возгорания на данный момент устанавливается. Из-за труднодоступности очага возгорания пожарные не могли приступить к его тушению, но вместе с тем они вели постоянный мониторинг ситуации вокруг частного сектора, расположенного в непосредственной близости от леса. С каждым днем число таких потенциально опасных мест увеличивалось, возгорание кустарников и сухой травы происходили также в Гулурыбском, Тварчальском и Галском районах, однако их удалось оперативно ликвидировать. Вечером 14 декабря лесной пожар в селах Гудаутского района вплотную подобрался к частным домовладениям сельчан. К месту происшествия были стянуты до 10 пожарных расчетов из Гагарского, Гудаутского, Сухумского и Гулурыбского районов. За ходом борьбы с огнем наблюдал прибывший к месту пожара глава МЧС Лев Квициня. В течение нескольких часов огнеборцам удалось ликвидировать угрозу для населенных пунктов. По завершении работы все пожарные расчеты продолжили нести дежурство в зоне происшествия.